Здравствуйте. На шестом этапе Кубка мира по биатлону в Славянской Поклюке прошел мужской масс-старт. С какими же результатами пришли к финишу российские биатлонисты? Давайте будем разбираться. Начнем по порядку. Золотая медаль досталась французскому биатлонисту Кантену Фиону Майе. На втором месте его соперник из немецкой сборной Бенедикт Доль. Тройку сильнейших замкнул норвежский биатлонист Йоханнес Бё. А что же касательно российских спортсменов? Матвей Елисеев стал лучшим из россиян. На всех огневых рубежах он отстрелял на ноль, однако ходом по дистанции его проигрыш оставил более минуты. Его результат всего лишь 11-й. У новичка сборной Кирилла Стрельцова 19-е место и один промах на рубеже. На 20-й позиции расположился Александр Логинов, у которого было допущено 4 неточных выстрела. Но мы, тем не менее, продолжаем верить в российских биатлонистов. Уверены, что они справятся со всеми трудностями. Желаем им здоровья, успеха и везения.